Евгений, добрый день. Какую компанию вы представляете? Здравствуйте. Семейное счастье, благополучие для всех. Что это за компания, чем она занимается и какие цели перед собой ставит? Запуском проекта, все знают о дальневосточном гектаре. На Южном Урале земли свободно, миллионы гектар. И нужно, чтобы люди, желающие жить на этой земле и выращивать продукцию, и чтобы это все передавалось по наследству детям и внукам. То есть огромное количество людей получили в собственность до 10 гектар. Но на это было потрачено огромное времени. И, к сожалению, власть препятствует по сей день. Но на дальневосточном гектаре уже, к счастью, вопрос решен. И люди, желающие, туда едут. И на форуме дальневосточном президент России объявил об ипотеке в 2%. То есть для России это просто подарок в наше время. Чтобы люди могли строить жилье, производить экологическую продукцию, обеспечивать себя, обеспечивать Россию и даже на экспорт. Какие цели вы сегодня преследуете на этой выставке? То есть посмотреть, познакомиться с производителями экологической продукции, чтобы люди могли, то есть, сориентироваться, что здесь можно почерпнуть для себя. То есть люди сориентированы на безотходное производство, на восстановление природы и на производство чистой экологической продукции. Евгений, спасибо вам огромное. Всего доброго.